Всем привет, и вы зашли ко мне на канал. Здесь я буду выкладывать видео о том, как я готовлю. Здесь будет очень много рецептов, так что приятного просмотра. Сегодня мы будем готовить макароны по-флотски. Поэтому первым пунктом будет достать лук. Я использую одну луковицу, вы можете использовать больше, и затем я его режу мелко. Когда вы порезали лук, мы выкладываем его на сковородку, затем добавляем фарш. Я использую говяжий фарш и заливаю водой, чтобы оно тушилось. Затем я накрываю это крышкой. Теперь мы берем другую кастрюлю, наливаем туда воды. Здесь мы наблюдаем, как вода выкипает и фарш поджаривается. Когда закипела вода в другой кастрюле, мы ее немного подсаливаем. И затем добавляем макароны. У меня самые тонкие, поэтому их надо варить буквально 2 минуты. Фарш я тоже забыла посолить, поэтому я делаю это сейчас. Иногда я добавляю в фарш томатную пасту или соус болоньезе, потому что так вкуснее. Когда вся вода испарилась, я добавляю еще воды, потому что так фарш подрумянивается и становится немного жареным. В то время в макароны я добавляю масло, так как я уже слила воду, и перемешиваю. Фарш у нас готов, и макароны тоже. Так что это очень простое блюдо, вы можете его украсить как хотите, насколько у вас хватит фантазии. Поэтому приятного аппетита!